Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на этом уроке, как найти массовые отношения элементов. Рассмотрим формулу серной кислоты H2SO4. Как найти массовые отношения элементов? Значит, в эту формулу, в эту молекулу, мы говорим, входят два атома водорода, один атом серы и 4 атома кислорода. То есть молекула серы состоит из каких элементов? Из элемента водорода, из элемента серы и элемента кислорода. Чтобы найти массовые отношения этих элементов, нужно сделать такую запись. Значит, масса водорода элемента относится к массе элемента серы и к массе элемента О. Затем надо вооружиться периодической таблицей Менделеева и найти АР, относительной атомной массы элементов таблицы. Значит, у водорода, если посмотреть в табличку, АР водорода единица, но так как водорода у нас два атома, значит, масса будет его равна двум. Относится, это знак отношения. Один атом серы, смотрим в таблицу, АР серы 32, относится. АР кислорода у нас 16, но так как у нас в формуле 4 таких атома кислорода, 16 умножаем на 4, 64. Но это не окончательный ответ. Если все три числа сокращаются, их надо обязательно сокращать. В таком виде ответ будет неверен. Надо сократить эти числа. Все эти числа сокращаются на двойку. Значит, получается 1 к 16, 32. Значит, правильный ответ вот такой. Рассмотрим следующий пример. Скажем, надо найти массовое отношение в натрий-2-СО3. Записываем массу натрия. Относится. Переходим к следующему элементу, С, к массе углерода. Относится к массе кислорода. Открываем табличку Менделеева. Ищем значок натрия. Натрия АР-23. Но таких натрия здесь два атома, значит 23 умножаем на 2, получается 46. 46 относится. АР углерода у нас по таблице Менделеева 12, относится. АР кислорода 16, умноженное на 3, 48. Все цифры у нас четные, поэтому они должны сокращаться. Сократим на двоечку. Значит, 23, 6, 24. Если у вас два числа сокращаются, они четные, как мы видим, а третье число нечетное, оно сократиться не может, то мы не сокращаем дальше. Мы оставляем ответ в таком виде. То есть сокращать, чтобы сокращать, нужно, чтобы все три числа могли сократиться. Если они не сократимы, там одно сокращается, два нет, или наоборот, два сокращается, ну, нельзя. Надо оставлять вот как есть уже. И не забывайте, пожалуйста, что когда вы берете из таблицы Менделеева значение АР, относительных атомных масс элементов, надо эти значения округлять. Ну а теперь небольшое домашнее задание на закрепление. Определите массовое отношение элементов в следующих соединениях. Литий 2О, оксид лития, скажем, калий OH. Гидроксид калия. И последний, более сложный пример попробуйте сделать сами. Найти массовое отношение в формуле ортофосфата кальция. Кальций 3, ПО4 дважды. С учетом их индексов. Не забывайте, что то, что в скобках дважды, эта двоечка будет относиться и к П, и к кислороду. То есть таким образом будет у нас 3 атома кальция, 2 атома фосфора и 8 атомов кислорода.